Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре два майнера по заработку криптомонеты Tron. Мое видео носит только информационный характер. Я показываю вам, как я в подобных аналогичных проектах работаю, как я зарабатываю всего лишь, а там уже дело хозяйское. Это инвестиционный проект, а инвестиционные проекты, как правило, всегда риск. Можно потерять свои денежные средства. Я рискую своими монетами, как говорится, мои монеты, что хочу, то и делаю. А вы же думайте, как я уже сказала, я лишь показываю вам, как я работаю в таких проектах, как я зарабатываю. Значит, первый у меня майнер TRXKKK.com. Регистрация простая здесь. Вводим мобильный телефон, ну или цифры, похожие на мобильный телефон. Пароль, повтор пароля. У меня прошел одинаковый. И здесь будет инвайт-код. Без инвайт-кода регистрация не пройдет. Прописываем вот эту такая капча, тут простая. И нажимаем зарегистрироваться. Русского языка здесь нет. Вход по мобильному телефону и паролю. Кликаю «Войти». Здесь сразу нам выпадает информация, как бы ссылочки. Это все. Группа есть в Telegram. У них все в Telegram здесь. И также можно ознакомиться, почитать минимальные депозиты в таких проектах от 5 TRX. Так, ну это домашняя home, домашняя страничка. Бонус дается он ни о чем. Здесь идет начисление только с депозита, непосредственно от сделанного, да? Вот. Значит, депозит, вывод. Поделиться реферальная ссылочка. Команда. Это мобильное приложение, насколько я понимаю. Ну и выход. Вот. Ну, здесь вот так можно полистать. Это все прочесть. Я сразу сделаю депозит. Так как депозит обрабатывается от 5 до 10 минут. И, как я уже сказала, от 5 TRX. Вот. И здесь вот это все можно прочесть. Даже перевести на русский. Вот. И прочесть. Ладно. Вот сюда трансфер to basic. Дается адрес кошелька, куда я переведу свои монеты. Копирую адрес. Иду в кошелек. Send. Вставляю адрес. Сюда вставляю сумму. И подтверждаю. Проверяю. Вот 20 монеток я отправила. Вот они мои. 20 монет. Далее. Обязательно кликнуть на вкладочку. Кликаю. О том, что я отправила монеты. Да? Все. Теперь буду ждать начислений. По трейдингу у нас, ребятки, плюс 7% мне будет вот капать с этого. Ну, типа майнер. Инвест я не захожу. Вкладочка, вот это шар, реферальная ссылочка. Кликаем, ссылочка копируется. Май, мой кабинет. Значит, давайте переведем. Значит, здесь у нас команда. Здесь список прибыли. Вот мои 20 монеток пришли. Так, назад вернуться. Значит, перевод на базовый.
Можно с промо-аккаунта перевести на базовый. Сюда просто вставляем сумму в 3x и перевести сюда, чтобы увеличить прибыль. Значит, пароль изменить. Еще раз пароль изменить. Делиться. Также реферальная ссылочка копирую. Что у нас здесь? Уведомления. Приложение. Вот это мобильное приложение. Ну и выход. Давайте теперь проверим его на вывод. Кликаю снять. Так, еще. Что-то нет у меня здесь. Ничего. Промо-аккаунт пусто, конечно. Базу надо перезагрузить страничку. Да, появилось. И мой ежедневный лимит на снятие средств. Одна монета. Есть вот базик аккаунт и промо аккаунт. С промо аккаунта можно выводить безлимитно. А с базик аккаунта, то с моего пополнения, я буду выводить ежедневно по одной монете. Ставлю циферку 1. Иду в кошелек. Копирую адрес. Вставляю. Проверяем обязательно. А пароль стоит по умолчанию. Клику вывести. Все. Баланс обнулился. Проверяем. И плюс вот одна монетка. Вот она. И теперь уже завтра я буду выводить. На сегодня уже все. А завтра опять буду выводить. Здесь нет накопления. Ежедневно заходим, если как бы, да, и выводим. Вот. Следующий. Трон МС или МС. Значит, а здесь выбираем код страны. Прописываю телефон. Пароль. Здесь, обратите внимание, другая форма регистрации. Я впервые с такой формой столкнулась. Здесь я прописала пароль обычный. Значит, security пароль. Здесь, смотрите, цифра. 4 цифры вставляет. Вставила я. Да? Вот. И как бы... Я так понимаю, сейчас посмотрим. Для вывода денежных средств. Значит, русский язык. Здесь не наблюдается. Какой он? Так. И кликаю Sign In. И попала я в кабинет. Здесь дается опять информация. Ссылочки все. Там можно ознакомиться. Мне, если надо, я присоединяюсь в группу в Telegram. А не надо, я закрываю. Здесь также дается бонус. Не знаю, для чего они дают это бонус. Вот. Так как с него нам ничего не капает и не вывести. Ну, просто так, наверное. Также депозит, вывод, вкладочка поделиться, команда, мобильное приложение. Не знаю, что это. Ну, можно вот тут также прокрутить. И просмотреть. Я также сразу сделаю депозит, так как депозит зачисляется от 5 до 10 минут. Ну, конечно, там побыстрее, сами видите. И кликаю трансфер to базик. Также дается здесь вот этот QR-код, я не знаю, для телефона, наверное. И адрес кошелька. Я копирую адрес. Иду в кошелек. Send. Вставляю сумму. Тоже 20 монеток закину. Подтверждаю. И проверяю. Вот 20 монеток я отправила.
и кликаю вот сюда о том, что я пополнилась, сделала депозит. Все. Так, возвращаюсь. По трейдингу у нас что здесь? Плюс 6,5% мне будет капать ежедневно с моего депозита. С этих бонусных что-то он дает 8000. С них ничего не капает. Вкладочка шар делиться. Кликаю, ссылочка копируется. Иду в кабинет. Значит, депозит, вывод. Вот мои монетки уже пришли. И что у нас здесь? Давайте переведем. Здесь все то же самое. Команда, список прибыли. Перевод на базовый. Можно с промо-аккаунта переводить на базик аккаунт. Так. Изменить пароль. Опять изменить, делиться. Это реферальная ссылочка находится. Также. Там уведомления, приложение мобильное и выход. Давайте сделаем снятие денежных средств. Вот здесь прописан по умолчанию пароль обычный, который я указывала при регистрации. А там же еще был security пароль. Я вам показывала. 4 цифры нужно. Вот, возможно, нужно будет вставлять вот эти 4 цифры. Поэтому нужно быть внимательным. И дневной лимит у меня 1 монета. Вот она. Базовый аккаунт. Промо-аккаунт. Можно выводить безлимитно. Так. Вот промо-аккаунт. Не показывает. Ну, ладно, базовый стоит. Эти циферки я стираю. Ставлю циферку 1. Иду в кошелек. Копирую адрес. Вставляю. И сейчас посмотрим. У меня не пройдет вот этот пароль. Я тогда поставлю цифру. Неверный платежный пароль. Видим, да? Сейчас поставлю я на оригинал. Так, ставлю 1. Прописываю номер кошелька. А сюда вставляю пароль. Вот 4 цифры. Все. Баланс мой обнулился. Идем в кошелек. И проверяем вывод. Так вот, плюс 1 монетка. Ежедневно, теперь уже завтра, я зайду опять, выведу 1 монету. Таким вот образом я работаю и зарабатываю в таких вот проектах. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!